Я ничего не делал. Ну, я Машу только присумонил, это единственное, что я сделал. Не знаю, я драться. Чего Машу сумоните? Я в душе не. А невеста здесь? Еще раз даю проверку. Ощущаю, сумонул драгона. Не прошло. Обман. Провокатор, ты справа, слева? Ну, ману, да, это пью чуть-чуть, треню заюзал только. Все, готов. Как он тоже. Да, здесь. Ты слева там. Ты слева, Илья? Драгон. Я в танке, блядь? Значит, ретриком. Старые все в одном таргете летим. Подождите, пацаны. Харс. Долго хилить. Да я проебал. Ну, вагоны. Сейчас,
Я тоже как, только не понял, стаки проебал. Я трэш не бегал. Никто не говорил, что мы хорошие хилы. Мы не говорили этого. Да? Я вообще еле. Понабрали по объявлению, да? Я понял, что есть. Динер по япончику дайте. Лёх, я остаюсь в хиле? Не знаю, пока что да. В следующий раз кто откроет сундук? Дальше. А по-моему, так уже говорили, уже рано. Кирс, вот эти руки нормально или нет? На НКП? Блять, нет на Елема. Ну кто тебя знает? Да, хорошо. Не бери эти руки. Нет, там нужен нонсет грудь с мастером. Лех, мы на профайле бы на синдром. Там не обязательно. Там типа в зависимости от того, какие куски Т5. Подними меня пока. Там у Эдха ни одна шмотка Т5 не дает мастерству. Кроме, блять, вот этой груди. Ну, смотри, типа, как получается. Если у тебя... в правой руке будет зов хаоса, то да, лучше чес с мастерством. Если у тебя будет, например, этот Салара, да, там с мастерством, тогда лучше либо плечо, либо рука. Все равно не хватит мастерства, одна шмотка, все мастерство. Я, короче, потом это, зайду на своего шамана, я покажу, у меня там кольцо с мастерством, вот, кольцо и левая правая рука. Я уже с рейда вышла, слышишь меня? Я уже услышал, я видел. Ну все, давай, Агапка. Ты кольцо с мастерством снимешь, оденешь нормальное кольцо, и все, и проебёт мастерство. Я тебе потом покажу, там типа два хороших кольца идут. Одно с Зуламана, с сундука, ловкостное, и второе с Гидроса, скорость, мастерство. И как раз типа тебе хватает, если одеваешь еще... Целкашки тоже есть неплохое крит мастерство. Ну, типа, оно почти то же самое дает, но. Ну, типа, ты же сам понимаешь, что крит инху, ну, это бесполезный параметр, он типа собирается. Я думал, у тебя 4 Т5, блин. Кто бы мне дал 4 Т5? Да я с шамана 5 ходил, у него 2 Т5 было. Я, короче, блядь, сейчас не сдохну. И, короче, вон, давайте туда мажете. Смотри, у него манекен без баф, 40 с хуянка, критует, блядь, Т5. Блин, так, там блядь? Очень много, там почти больше 50% этот удар стихи. Да, и он такой говорит, у меня в рейде 55 тысяч он критует. Я говорю, а 4 Т5 соберешь сколько? Он говорит, ну где-то 70. Я говорю, нормально все, я 70. Ну, он мне, короче, ну я прям его нашел, этого Энха, он прям шарит за Энха. Короче, он... Это какой ник? Сейчас, подожди, договорю. Он в 2Т5, мне линканул, короче, Сорпанк, он дал 20к, 19800, в 2Т5. И он вообще не бисел у них. Сейчас я в крутя за... Раздавалка. Гильда, еще раз. Не, вот все, этого инфа я не нашел. Раздавалка, гильда, короче. Алёша, дай ЕП за эту, за драконику. Вот я говорю, он на манекене бил. Он в 2Т5 надамажил больше, чем я в 4Т5 в Лене.
Он скоростной энф или какой? Он там через АП. То, что когда начинаешь Т5 носить, ты меньше в скорость, больше в АП вкидывает. У нас просто был до этого, он все скорость, все на скорость брал. Ну да, потом. Ну, в Т4 надо было в хосту, это самый полезный параметр был. Ну, сейчас АП. Давал одну тычку на синдре и стоял. Ну, блин, потому что Синдра такой босс, что он именно вообще не для НХ. На НХ там делать нечего, как и на Элеме, в принципе. Синдра, блядь, НХ посылает нахуй. Там только в Иршаме можно стоять. Потому что что в Элеме, что в НХ, ты там практически полностью без... Почему? В стаке просто стоишь, или нет? Нет, ну да. Просто... Вот, короче, чё, он был в хасте, но у него... Триника. Одна змея, вот эта, которая... Ну ты понял, какая ну, змея. Я понял, да. Вообще бис. Короче, я смотрел, она ему 10% ДПС дает. Говорит, это прям вообще охуенная триника. Ну это лучшая тренька, да. Да, а вторая... Типа, она плюс этот талисман цунами ЗС. Вот это бис, по идее. А другая у него череп гер, и он талисман цунами типа не берет, Т5 копит, говорит. И поэтому он в хаз забит частично. Говорит, когда талисман цунами выйдет, то это АП перебьет. Потом... А у меня, кстати, талисман цунами отваляется. А у нас он падал, у нас забирает то коты, то ханты. Никому он нафиг не нужен, но... Алёша, дай, пожалуйста, ЕП за дракон. А ты 4Т4 бегал, да, Вэп? Да, я вообще бегал 2Т4, 2Т10 изначально. 4Т4 бегал, мне не понравилось. Нет, 2 на 2 ну, мне, честно говоря, тоже не очень нравится. Ну, типа, весь смысл этих 4Т4 только в волках. А волки, ну, я бы не сказал, что они прям сильные. Дохнут. Они, сука, дохнут. Они, во-первых, дохнут, во-вторых, ну, я бы не сказал, что это такой сильный бурст прям. Они ну сколько они там? Ну 1300 наносят, да? Они а без Т4 они там 1100 наносят. Да? Ну не сказать, что это прям сильно-сильно. Они багаются и могут стихийным, короче, этим своим ударом не бить, а тупить, короче. Я заметил. А, и мне раньше... вообще больше билд без волков нравился. Да, ну, да. Типа, знаешь, как СПДшные инхи бегали? Да, и мне такой же, я пробовал. Ну, короче, я так, пробовал энфа, так, побаловаться. Только у меня а шея... чё сразу не встал жены? Короче, я давал где-то в босса 14-13, не больше. Блять, я так, побаловался и вышел. Но я в АП был забит. И трини у меня ГПЗ и вот это вот, которое, как ты назвал, как-то. Цунами? Да, короче, у меня хосты 1300, а все стоки ТВП. А, ну неплохо. Старый. Потому что у меня 3-3. А когда Грумай собирать будешь ХМ-ку? Завтра. Завтра? Завтра. РС и Грумай ХМ. До РТ. Ну, на друиды хотел бы печеньку одну полутать. Ну, можно? Надо за анролим чё. А только в РСХМ, не знаю, дроид мой, наверное, там сходится. Самое главное, это РСК, шишечкой сходить. Твоя шишечка и так там хар. Что за анролит, а потом... Ой, у меня тут покупатель сходит. Да не пизди ты, когда своим, я всегда, когда изначально начинаешь тут. Он только может сердце дубой. Голд. Вот, Миша, мы тебя закрыли за ломан? Я ничего-то не вижу, чтобы это... Голдишка в кармане лежала. Не брынкает. Крайний не раз не это не было не как? Собираю пуга рейд, хуй кто с гильды. Ну я си хуй я буду продавать. Потом под конец уже гильда появилась. Я говорю, ну покупателя нет, тогда нахуй. Кому-нибудь отдам. Появился покупатель. А если изначально собираю и человеку, то я всегда отдаю, не надо мне тут
Ты как знаешь, на позапрошлой неделе у нас коммерческий грул магии Гер был, да? И там сразу было сказано, что все три печеньки на продажу. Мне человек 6 или 7, наверное, написало, а можно будет одну печеньку себе забрать? Ну, это понятно. Это дефект игры, я так называю. Это долбоёбов, которые не читают нихуя. Старый, ты лучше расскажи, как ты Серзу дудосил, когда тебя выкинули. Да, блядь, стал я релить, вместо него он взял серфу. Это не прай, это вы врете. Старый психанул, мне такой лута на Фарада не отдам, лучше серф. Просто админы видят, что вы меня кинули нахуй, они взяли и серф кинули. Миш, знаешь что? Надо предложить админам идею, чтобы они в 4Т5 сделали, что бурст работает только на взрыв, а бомба автоматически обновляется сама по себе. Прикинь, вот эта прикольная тема была. До взрыва, да, чтобы она обновлялась. Так я один раз кинул, вечная дотка висит такая. Все, можно покурить, да? Сейчас будет. Ты представь, сколько будет дамага на АУЕ. Ну и нормально, че. Я на лече я буду, знаю, туда просто объект, закидывать да, валик этих бомб. Лучше, чем тупорылый сапфир, блин. Мазер, будешь заходить в рейд, если что. Готовься. Лех, я кем? Ты... Хилом. Ага. Сейчас, короче, пойду бутеров все сделаю. Лёх, если... На, пойду в магазин сбегать. Я могу зайти магом на этих четырех боссов, ну или трех, сколько там, но ЕПшку сюда. Просто всех, все шмотки у меня и так... Ну, вернее, одну-ка. Собой зайти. На ЕПшку сюда. Кстати, Миш, кто тебя заметку поменял? Какую? На Варе. Не знаю. Я сейчас просто посмотрел. Че там на Варе? Че на Варе? Какая сова с тобой, которая в ХС играет наверняка. У него в заметке написано «вагон». На всех трех боссов у вас ровно один пул. Допускай только один вайп. Без начисления. Но опять же, если это косяк, который метки не выносится на ласт фазе, или вообще метка... То есть нельзя выполнить рейд, как я вчера, да? На три босса у нас осталось 1.5 часа. Так что надо ускоряться. Да, пианист, можно вопрос? Что?
по поводу тактики сейчас расскажешь или потом все ждать? Всех лучше подождать. Тактика. Она отличается чем-то от обычки? Нет. Стаков меньше лови, больше глыб. Все. Ну просто чаще скидывать, да, стаки? Больше 15 не должно быть. Больше скольки? 5. Это на первой фазе тоже, да? Это на всех фазах. Да, на всех. Понял. Миликам не больше 5, РДД вообще нельзя набирать. Сказали же вроде 7, я не посмотрел. 5, да? 5. Лёш, а ты будешь меня на синдру плять? Да. Локи Асесса на свое усмотрение раздадите. Как считаете, кто сдохнет, тому давать. Сапроты всем обязательно. Кто будет без сапрота, это сразу. На этих боссах трех, которые остались, кто без сапрота, я сразу начну. Если просто увижу без сапрота. Даже если вы не сдохнете. И буду начислять по 1000. По 1000 ЕП, да? Да. Да, и ЕП, и ГП, все вместе. Лёха, у тебя экономика страны вообще никак не влияет, да, я смотрю? Кризис, блядь. Как сказал один мудрец, кризис в головах. Так, короче, по рейдам. Поделаем. Не забудь ЕП дать. И Норти тоже. Сейчас, ребята, у меня что-то комп затроил, я его перезагружаю. За босса, наверное. Да хуй его знает, у него что-то с питанием. Все, сейчас уже подключаюсь. Да, без свободен. Пойду я пробую дюпен устанавливать, короче. Рыбу ставлю. Смотрите, пожалуйста. Дайте. А что все едят, поделить? Даю проверку. Я уже подключаюсь, у меня комп включается. К
Scanning and Repairing Drive C 35% complete. Мы тут тоже все на саппортах, да? Все. На допинге. Запишите где-нибудь, я не знаю. Не, я просто спросил, чтобы перепить. Где? Scanning and Repairing Drive 36% complete. Вот что у меня за фигня. Релогнулся. Он мне решил сэшку обновить. Ну, Зара, дай пристабав. Ну-ка, если я его сейчас оффну и еще раз включу. Сгорит. Ась. Устранение неполадок. А что, можно перезайти, пока есть минутка? Извините, ребят, за неудобство, я тут не причастен. Да ничего, каждому по два саппорта дашь. Мы забудем этот неудобство. Этот нюансик маленький сразу с моей головы уйдет. А губа-то не дура у вас. На кто? Как Лена говорит, пацаны, согласны? Лёх, прочитай личку. Я так вроде не говорю. Говоришь, говоришь. О. Включился. Всё, сейчас буду заходить. Лёх, ты тут? Да, здесь. Подскажи, вот обычка сегодня, например, а если я твином пойду, если можно, ГП, ЕП общая или нет? Всё кто-то. Я понял, что последняя очередь, вот тебе нужен будет эрдруг. У меня нихуёвый эрдруг, ты меня взял. Я спрашиваю, это общая будет ЕП, ГП или нет? Если я на друида ГП наебашу, мне на шамана не начислишь? Смотря как косячить будет. Да я не при косяках, а при шмоте, говорю. Все понял. Двое начисляются. Все готовы. Дай его.
Даю отчет. Отчет на... Вот, ложь. Сопроты. Дуньте рок, БК. Дыкадуйте рок. Расколы. Миликом можно набирать. 5. Два несвободы. Спасибо. Справа. Кто по центру стопнет? Распол. Освобожден. Где паладин пизды получает, понятно не могу. Я напнула. А
Так, а тут гримперсик, а гримперсик. Пося глы. Середина. По поводу last фазы новенькие, первую метку мы выносим налево, где вот у Синдрагоса хвост, вторую метку выносите по центру. Кого мне проносят ее разбивать, вы ее не разбивайте. Это последняя бомба. Если разбивайте. Что, прям под хвост, не выносит. Ну, налево вот, да, где черепушка, вот там прям. Бафы раздайте по-другому. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь сильна! Еру. Вторая фаза, первая метка. РДД, отошли назад. Отойдите. Еще отойдите. Милики, пошли разбивать. Не сталкивайте. Милики в РДД зону провока. Здравствуй. О, у меня сейчас бьет 6 на шкута. Пока тут налево. Войда, захильте там. Пока тут по центру. Кинул тебя менять. Да что? Сейчас иди. Не бахай за освобожденку. Налево. Левую вынеси. Освобожденку не стакаю. Модро, дай гимнер. Персик середину. Прохильте его. Сейчас притяжка будет. Задефайте в рим персик. Беги, малышка, беги! Красный. Разбиваем глыбу все по... Марш налево. Право, лево метки выносите сейчас. Бейте босса, не надо бить метки. Миллион остался. Мерсис. Лев, уйдите там, милики, аккуратно по центру. Все, все, хорошо. Вот неправильно. Остается, когда говорят по боссу, шаман, надо право-лево относить, центр не надо уже. Да, лишь бы рейд нихуй. Ну, точно не в центре, согласен? Я вылем, Алёх? Сейчас подумаю. Бегите пока кров. Сука, только зря на тебя тыкву потратил. Да. Мне не нравится.
Дайте ЕП. Дали. Дали? А, нет, это дали за Валитрию, по-моему. А, нет, дали за синдром, да, он синдром. Бафы обновите. Две метки на перефакт. Зеленая метка, где вы должны. Красная, где вы должны. Пример. Это перефаза. Она зеленая, бьет зеленую. Когда говорю стопать по боссу, значит стопаем. Да, старик, Валемас. Отдал проверку и говорит, вы Лема. А на кого диван кидать? Я скажу. По анонсу. Ты заранее не скажи, чтобы я фреймы вынесла, пожалуйста. Два редки. Чем отличается тактика? Отличается всем. На перифазе у тебя будет дебаф или красный, или зеленый. Баночка такая. Если у тебя зеленый дебаф, то ты бежишь в зеленую метку. Если красный дебаф, то в красную метку. Готов. Да я чё-то был. Бурс, ты на перифазу. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Сашка, что ты сзади, босс? Салим, встань вместе. Зеленый. С чумой. Надо стоять. Стоп, босс. Ну, босса. Был анонс бить босса, блин. Сейчас на перефазу, если уйдет, я всем ДД. Побафайте шаманов. Ладон. Ушел на перефазу. Отлично. Все ДД получил. Ложимся. Че, стрим идет вообще, нет? Там же видно было, что гнев Савины кастовал. Может кто-то здесь полить куклу? Почему все-то ДД? Я вообще не бил, ебаный урод, нахуй. Там же там стрим идет, видно. Там и лог тоже сосал. Пусть мы нахуй тоже... он-то не получает. Старик, мы тоже хилы получили, когда там танк упал. Я тоже хилил. Ой, ты мне... 5 человек или 20, там, 18 разницы чувствую. Ты мне за хилов не рассказывай, я тоже ебашу за них. Но сейчас нечестно, нахуй, из-за дебилоидов, блядь.
Конвест написал, что он бил. А на стриме посмотреть, кто еще бил. Провокатор тоже, говорит, бил. Еще в два раза вхуярить им. Тысяч. Слышите? Хоть узреете, слышите. Долорус, а у тебя стрим записывается? Поехали дальше. А запустите кто-нибудь Discord, да, я посмотрю хоть. Рыбу. Тебе стрим запустить? Пришел, давай. Да, я хоть посмотрю. Если вы, блядь, не слышите, надо босса бить, окей. Значит, будете слышать. Так, а как он тут? Я просто очень тихо и хреново слышу. Не флудите, все услышу. Лёх, тело поменяй. Друид баф. Все готовы. И даешь. Сопрот туда же. Фанзара хил. Отличные новости, народ. Я усовершенствую. Не подал. Чумы, которые уничтожит весь вот. Азерон. Что? Кто спалил босса? Я не видел, я куклу выпил. Сразу 250. Да не бейте его, босс. Снимайте. Давайте. Какой уходит, ты вообще в серединку? В ту сторону дальше. Скажи мне. Их лучше сейчас не поднимать, потому что на них может этот колба повеситься. Поднимайте, блядь. Куда ты, сука, побежал вообще? Вайп, ложимся. Ложите, ложу дадите. Женька продать надо было, да, когда он не туда отлетел? Нет, Женек долбоёб. Я просто побежал его делить, поэтому сдох тоже. Извиняюсь. Женёк долбоёб, не обращай. Когда, блядь, всем это... Когда все в середину должны отлетать, это от ебеня. И говорит, блядь, даже сопрот не помог. Ты реально дебил, блин. Тебе сопрот не помог, блядь, что ты в другую сторону отлетел. Ты какой раз тут уже на этом боссе?
Это, Пенис, можно еще один вопрос? Я вот срывал вначале на пулет. Че, поменьше дамажите или че, что-то я не могу понять. Да я вообще не пулял босса. Я не бил босса, пулял босса. Босса спулил кто-то. Кто спулил? Я не знаю. Я могу предполагать, но я на нуле начал дамажить. Не знаю. Вот. Босса спулили за 3 секунды до конца отсчета. Короче, я выпил куклу, он меня почему-то ударил, промахнулся, босс, и я в куклу превратился. Я его не трогал. На пул там вообще на мага был почему-то. Маза, Маша, пока тут, Лена, Ангера. Живем. Мана. Кто будет вайпать рейд, следующее 2000. Даю отчет на... Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Не бьем босса. Ждем красно. Сейчас Элема очищу. Да почему Элема? Это Женек, может? А, это демон. Медики по боссу. Переводим. Стали пометки. Получится что-то любопытное. Кузнечка. Все. Все упросил. Что-то я ничего не чувствую. Что? Пельмени. Это еще откуда? Вы уже выйдете. И босс играем. Позицион. Так кучнее, что там за сова стоит в одиночестве? Инвест, не хочешь сойти со севера до зоны? Пельмени. Thank you.
зеленые реки. Ложи. Тащил старика. Кремень. Только, блядь, не на колбе. Быстрее залейте красный. Еще 2 милика под боссом. Пельмени. Илики, что вы здесь делаете? Что вы по нам под боссом? Пельмени, пельмени, пельмени. Сейчас, милики, побейте босса. Вары, свичнитесь. Краска. Ну, Коска. Краска, не на бомбы. Дальше. Умение там ловить. Убиваем немного босса. Все, стопаем. Топаем урон по боссу, ждем зеленого. До зеленого будем переводить. Прощил. Пельмени летят. Подон. Питается, и милики сразу пошли боссы. Сразу боссы, боссы. Позиционку сразу готовьтесь на перефат. Стали по метке. Может получиться что-то любопытное. Еру. Хиливаем. Лена. Быстрее сносит. Просил, просил, просил. Просильте рейд, блядь, дайте гимна хп, хуй его. Рач. Перекаст красного. Зеленый забан. Я не могу зеленого бить. Все, выходите оттуда, блядь, бейте. Маша, твой первый диван будет, скорее всего. У меня 20 секунд еще. Именно ману играю. Браска, есть диван? Да, есть. Скажу, когда по мне, да. Войд забирай. Все, давай по мне быстрее. О, тоже смысл. Войда прокидывайте. Имбомба. Точнее, встаньте, РДД. Просил, блядь. Ой, дай диван, Маша.
И гимн какой-то на хп быстрее сдохнет сейчас все. Наш типовой дублять диван сегодня, Маша. Пацан зеро дал. Да все дала диван. Пока дала, он просто человек ждал. Такого профа я давно не видал. Слушай, вагон одни в рейде. Служа, блядь, выбежит. Да я, блядь, даже не успел в сторону сдать, блядь. Хила не было, я сдох. Там Валька одна будет, ее убьем или мы уже убили? Ну, Вальку. Вот эта фигня нужна, кому бороться, если надо. Как ты дашь одной? Вот гадство, а.